Для учеников 89-й школы провели интерактивный квиз на тему противодействия экстремизму и терроризму. Председатель Тюменской городской думы рассказала о том, как и кем в стране обеспечивается безопасность людей. Затем участников игры разделили на несколько команд. Студенты-организаторы задавали ребятам тематические вопросы, оценивали результат эксперты. Мы понимаем, что эту тему можно с молодежью проговорить лишь только вот в какой-то такой деловой, конструктивной, либо деловой игре. И сегодня как раз студенты проведут такой квест, разделив наших ребят на 5 групп. Будут задавать различные вопросы, связанные с именно этой тематикой. Будут проговаривать о фильмах в рамках этой тематики. Квиз, посвященный тому, в какой-то степени истории, в какой-то степени еще искусству, культуре, потому что у нас максимально разнообразные вопросы. У нас есть фильмы, у нас есть картинки, вот. И поэтому мы хотим таким способом проинформировать их.